Подготовка закончена, перешли к работам. На перекрестке проспекта Машиностроителей с улицы Серго Орджоникидзе началась замена ливневого коллектора. Работы будут проводиться без выходных. В избежание затора дорогу в месте проведения работ сузили до одной полосы и вывели ее на встречное движение. На замену инженерных коммуникаций, а также на обратную засыпку и устройство дорожного полотна из щебня подрядчику дали 30 дней, после чего стартует второй этап. Аналогичная замена ливневого коллектора, но уже на участке от Серго Орджоникидзе в сторону улицы Папанина. Сложностей, в принципе, никаких. Единственное, что здесь получается при прикрытии половины проспекта, конечно, затруднено движение, в том числе и для выезда техники, но это, в принципе, рабочие моменты, поэтому работа идет, работа не останавливается. Со всеми смежными инженерными организациями и собственниками инженерных коммуникаций уже были выездные совещания непосредственно на участке. Произвели шурфовку, определили их точное местоположение. Это после того, как вскрыли верхний слой асфальтобетонного покрытия. Помимо сужения полос для движения транспорта, пришлось перенести и пешеходный переход. Взамен ему организовали временный вблизи улицы Лепедевского. Мнения людей на этот счет разделились, но большинство из них к нововведениям уже привыкло. А вы что мне жалуются? Я и оттуда иду. Мне близко в этот магазин. Все близко там. Я не жалуюсь. Вот там светофор сделали, очень даже хороший. Надо делать, надо. Вот если бы они примерно поставили светофор поближе, или стоп хотя бы здесь поставили, было бы лучше. Вот здесь бы. Раз вскрыли вот с этого и сделали бы так. А так ничего.